печку сейчас дотопим. Вот. И туда грибочки. Грибочки ждут. Завелось. И все, да? Грибочки. И у нас опять горшочек готов будет сегодня. Так. А так мы сегодня по хозяйству немножко позанимались с утра. Шторки. Шторки сделали. Красоту навели. Хоп. Далее. Как теперь тут у Андрюхи в углу-то? Приходи, Катька. Тут все для тебя. День у нас начался сегодня хозяйственный такой. Вот. Женя решил сделать, чтобы работала пила у Андрюхи. Грибочки. Ребята решили по пивку. Поработали немножко. Жарко. Так, наконец-то сбылась мечта Андрюхи. Мы вылезли из дома. Грузимся и едем в сторону Котечного. С вами опять в лесу. Опять собираем грибы, а то тут заморозки, может, были, вдруг больше не нарастет. Видишь, какой гриб. Тут кто-то уже ходил. Типа на четырех лапах. А тоже, видите, не дождались. Все тенги, тот сорт грибов. Тут у нас, смотрите, смотрите. Бабушка говорила, болотники. Болотники. Вот еще красненькие, вот еще, не знаю. Ой, о, тут их двое. Ладно. Чистый. Ну, маленький. Сейчас ножку достанем. Ножка. Ножка. Завелось. Тут два таких. Вот эти. Готов к сушке. К сушке. О. О. Лучше не надо. Берите и сушите. Петька, все. А там вон два маленьких красноголовичка. Надо до них добраться. Братья, наверное, да? Братья. Все. Оба. Так бы их засушил. Вдвоем. Все видят, да?
ячейку, тут уже всю медведь съел. Это уж совсем засохли. Вот, смотрите, не дождались нас. Не дождались нас. Ну, какой-то, может быть, возьмем, нет. Хотя бы семенной фонд сделаем. Фу. Один-то из трех, как минимум. О, и червей. Нихт. Заманил. Заманил. Ай. Ну какой. Кто-то тут пытался. Но мы успели. Чистый. Ниже не пойду. Все, надо же к ребятам возвращаться. Вот тут вот сучка резко стояла, порезала. Вот такая полоса, по идее, для нароста брусники и грибов. Сухо, однако. Ни грибов, ни брусники. Все, выходим на дорогу. Бочный эффект. Бочный эффект. Вы бы на моем чуть вместе делали что? Брали бы бруснику или грибы. Пока нет дождя, берем бруснику. Просыпаться. Приходится рукой уже держать. Ладно. Все не выбрать, но нужно стремиться. Надо все собрать. Фу, перекурить.
смотрите, как чистится ягода. А? Так. Фу. Побрали ягод. И вот мы снова на Котечном. Женя хочет нас переубедить, хочет тоже здесь половить на спиннинг. Смотри, сколько он набрал снастей. Вот он все сказал, пока не перепробую. Без щуки, говорит, не уйду. У нас сегодня план здесь сварить уху. Идем на Малой Котечный. День сегодня, конечно, ветреный, очень ветреный день. Судя по тому, как все затоптано, посещаемое озеро. Смотри, и жерлица стояла там же. А ну смотри, все в жерлицах, ёкарный бабай. Еще может наши прийти стоять. Да это-то я не знаю, не помню я. Сегодня ветер такой. Представляешь, что здесь по берегу никто и не ходит. Не клюет. Снилось не ловится. Чего ж говорить о крупной рыбе. Хотя может наоборот. Потому и не ловится мелочь. Женя тоже идет сюда. Ну давай, Женя, может тебе повезет.
перебрались на большое котечное. На малом вообще ничего не клюет. А здесь вообще ничего не клюет. Сел, сижу, отдыхаю. Ветер. А берег такой весь истоптан, весь исхожен. Популярные озера около дороги. Андрюха пока ловит мелких окушков на уху. Женя там дровами занимается. Я решил пройтись. О, стреляют. Пройтись по лесу немножко. По дорожке своей любимой. Вот. Как обычно, красавец мухомор. О, сейчас вы увидите красоту. Неописуемо. Три белых гриба. Видите три? Нет? Раз, два, три. Надо пройтись немножко дальше. Может, еще что найду. Как-то не мог пройти мимо такого количества того, чего у нас не дождалось. Да. Такое вот оно место. Там внизу озеро. Вот кругом больше не вижу пока грибов. Тут вот сколько. Будем резать. Вы не поверите. Да не ты. Ты-то все что нормально. Ты у нас я рыбак, верю. Да. Он верил. Все верят. Сейчас будем делать уху. Опять же, с нашей любимой морковкой. Там у тебя уже все? Да. И лук, и картошка? Лука еще нет, сейчас порежу. Можно уже даже соли сюда бросить сразу же. Отпускай. Сейчас, ставь. Чтобы не на кончике разменялось. Надо было немножко костер сюда ближе. Ну ладно. Сейчас ветер как раз сюда дует. Женя опять хозяйством занялся. Ладно. Да сейчас он огонь как раз сюда дует. Вы уже вмазали? Нет. Честно? Он все здесь. Вы еще не вмазали, Андрюха? Они еще не вмазали, тогда я иду к ним. GoPro стоп видео. Все-таки мы. Да. У нас сегодня такая суповая рыба. Рыба нам только для навару. Мы хотим поесть самой ухи. Все? Да. Все. Хорошо. Будем ждать. Потом мы тут. Да не надо, наверное, ничего уже. Сидеть тогда все загорится и пойдет. Женя у нас колдун, засыпальщик этих лаврушкой. Кашевар. Рука импровизирована. Да. Что смогли поймать сегодня? Сначала собирали грибы, потом собирали бруснику. По оборочкам. Потом немножко рыбалки. Я обошел это заколдованное малое котечное. Тут Андрей согласился меня поснимать, а то вы меня слышите только за кадром. Всем привет, Нилинжане. Тетя Люся, привет. Костя, привет. Вован, Мишка. Палыч. Виталик, Палыч, твой закон на реке достал. А сегодня мы без закона.
Просто, ну, мелочь. Без него реально не клюет. Вот, кстати, закипает уха. Скоро мы будем ее кушать. А по-любому здесь хорошо. Белые, красные грибы растут прекрасные. Черники завались, но она уже мягкая, грабилкой не взять, руками мнется. Но вкусная падла. Брусники здесь нет. Нет. Народ ездит каждые полчаса. Проходной двор, вот. Опять машина едет. Опять машина едет. Я же говорю, сейчас она сюда появится. Наша техника чудесная. Давай, Андрюха, я сейчас текст запишу. Еду, да? Или показалось? Там на уху. Че видел? Ну вот мы же вам говорим, что здесь проходной двор. А какая тут брусника, может? Да, какие тут. Сейчас остановится, не остановится. Проезжаем, не проезжаем. Хоп. Не знаем, знакомые, незнакомые, но что-то хотят спросить. Человек уехал. Мы будем сейчас уху кушать. Сури, не знаю. Если что, надо бы добавить сразу. Ничего страшного. Приятного аппетита. Аппетита. Ну-ка попробуй-ка эту самую ложкой-то. Кто-нибудь. Дайте ложку кому-нибудь. Не знаю. Я вам стопку приготовил. А нам? А как же в уху налить? У нас там водку льют. Мы не такие. На. Попробуй уже. Бульончик. Спасибо. Женя, ты выдуваешь всю уху на стол, блин. Вот дует-то, блин. Что надо это? Давай, пей уже. Добавлять? Он еще не пробовал даже. Все, ничего не надо. Вообще ничего не надо. Я всегда все делаю на глаз. Правильно. В котелок. В котелок, если бы я сделал. Нормально. Ну вот. Все, поверьте нам, все хорошо. Неплохо отдохнув, поев ухи, Андрей, да? Женя согласился все-таки нас увезти. Ну, езжай уж теперь. Я говорю, езжай прямо. Пощупай, бывает оптический обман зрения. А вот этот сзади что стоит? Где? Не, это просто. Какие нафиг уже брать не будем. Это хороший. А кто-то не вынес. Нормальный гриб, что его? Обучаем молодежь. Сушить грибы. Не поедем, да. Ничего.
Посмотрите, нам еще посмотрите, вот, кузов, целый кузов надо почистить. Вот так вот. Раз, 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 раз. Режется, режется, да. И потом вот так вот новичку, не видно ничего. Ну вы все поняли, да? Все. Все. Да, все. Женя серьезно все делает, все. Так нифига себе. Да, делать такое, блин. Маша, заметь. Он это делает с любовью. Работает, парень. Маша, заметь. А теперь ей придется это все смотреть. И терпеть. А потом готовить, готовить. Да, да, да. Сюда много. Зато кузов уже он опустел. Во. Так, Андрюха, ну-ка посмотри-ка на эти самые новички. Вот, раз. Тут, блин, не видно ничего, блин. Андрюха, не видно. Вот, два, ну-ка. Вот еще, смотрите. Это все надо будет как-то высушить и продать.